Наш смарт-годинник заповняє, що вже 15:30. Це Лайка! Это Саня, и действительно, часы правильно говорят, потому что у нас царь-зап-шоу, мы продолжаем, и звери против смартфона. До того, как украинка Мила Йович взяла и подкурила Голливуд. Как организовать грандиозный музыкальный марафон, а еще и при этом заработать денег на благотворительность, мы об этом будем говорить с нашим гостем прямо здесь и сейчас в этой студии. Але, при этом не забывайте ни в якому разе, что сегодня просто примножуются подарунки и сюрпризы. Наприкінці нашої програми будете отримувати у два рази більше сюрпризів та приємних цікавостей. О май гад! Анна Фещенко, керівник піар-відділу телеканалу М1, організатор проєкту «Пока літ». Це грандіозний музичний марафон, який відбудеться 30 серпня, триватиме 12 годин і збере 17 топових українських артистів. Плюс майстер-класи та благодійний аукціон. Ю-ху! Привет! Привет тебе! Ань, итак, делись, пожалуйста, секретом. Пока лето, это все же как констатация факта того, что лето продолжается, или все же как завершающий его момент? А как тебе нравится? Вот либо пока лето, еще пока лето, либо мы с ним прощаемся. А то кто каждый сам для себя будет вырешивать, и при этом доводится под разными кутами на цей ивент. Скажи, будь ласка, який лайнап? Ой, лайнап, у нас 17 артистов, среди них Тина Кароль, Ирина Билек, Неангелы, Никита, Тартак, Мария Яремчук. А как всех этих артистов получилось собрать воедино? Ведь сейчас момент отпускных кампаний, ну и люди в основном отдыхают. Артисты вот по-человечески очень радуют, потому что все очень открыто, очень с инициативой откликнулись на нашу там идею организовать музыкальный марафон. М1 представляет 12-годинный музычный нон-стоп «Пока лето». Тина Кароль, Ирина Билик, Неангелы та багато інших. 30 серпня, City Beach Club, з 11 до 23. Майстер-класи, конкурси та благодійний зірковий аукціон. Помимо марафонов, да, также я еще и знаю, что есть там какие-то мастер-классы. А какие мастер-классы запланированы на момент музыкального марафона? Ну, вообще, вот если брать City Beach Club, это такая площадка, в принципе, семейная. То есть туда приходят с семьями, с детьми, там бассейны. Все это будет доступно как раз 30 августа, ну, во время нашего марафона. То есть можно приходить прямо в 11 часов, брать там крем для загара, ложиться там на шезлонгах, на кроватях, пить коктейли. Вот, мячики для волейбола. Да, будут мастер-классы в бассейнах, будут мастер-классы на суше, будут плести косички, там у нас есть партнеры, да, штучки, ну, мы девчонки поймем. Зірка будет брать участие у мастер-класса? В рамках марафона благотворительный аукцион, где мы собираем лоты звезд, но это не только артисты, это художники, скульпторы. Вот, и на протяжении тоже там полдня у нас будет проходить как бы продажа этих лотов. И все деньги, которые мы соберем во время этого аукциона, мы передаем нашим добрым партнерам, фонду «Благомай», вот, который помогает деткам из детских домов. Он а что разыгрываться будет? Будут у нас картины известных художников. Там Виталий Козловский передал браслет, в котором он снимался в одном из клипов там тоже. Ну вот какие-то такие вещи, там, либо они с клипом связаны, либо там вот нарисованные там, ну вот. Ясно. Я пропоную одягтися по-літньому, у ті самі шорти, майки і прямувати на вулиці Києва для того, щоб дізнатися про усі подробиці, а саме як ви ставитеся до марафонів і не тільки, правда ж? Ну, давай узнавати. Доброго дня, це телеканал М1. Скажіть, будь ласка, на концерти яких українських зірок ви б зараз прямували, пішли б? Неангели. Ірина Білик. Тіна Кароль. Тіна Кароль. Це само собою розуміючись. А скільки ви можете витримати час музичного марафону? Навіть не знаю. Я не танцюю. Зовсім не можу танцювати. Я професіональна танцовщиця. Думаю, що 5 годин буде ідеально, так? Дві з половиною. Годин 5 десь. Це я можу довго танцювати. Довго, я думаю, довго. Эх, как же круто! Действительно, люди знают и хотят видеть именно тех артистов, которые будут в лайнапе. Это же невероятно здорово. Слушай, хочу приветствовать. Ну, действительно, настолько актуальных зерок взяли, еще затребовані киянами и взагалі всем нашим світом танцевальным и при этом еще співочим. Слухай, а взагалі дуже багато якраз годин буде проведено під відкритим небом. Просто на сонці. Як підготуватися до цього марафону?
То есть 12 часов жаркого солнца, нон-стоп музыки. Приходим в 11 часов, берем с собой крем для загара, хорошее настроение, ну кепку надо взять, чтобы там не напекло. Ну купальник же что же берем? Купальник, купаемся, загораем, подходим к сцене, пляшем. Вот, солнце уходит, вот, мы уже там, можно переодеться, можно с собой сразу там взять какое-то... А можно и подкраситься, вечернюю платье у нас будет, у нас есть замечательный мастер-класс, где можно сразу подкраситься, сделать причесочку, бах, перешел, покушал. Девочки, берите с собой косметику обязательно. Очень много партнеров в наших, которые дают там какие-то приятные подарки, сертификаты, то есть это все тоже в течение дня будет разыгрываться, вот, поэтому надо постоянно быть, ну как, на стреме. Ну чуть-чуть не да, не пропустить нічого. Які ще сюрпризи підготував М1 до цього спекотного літа? Приїдеть ли Джаред Лето на пока лето? Ну а також, як українка Міла Йовович пройшла цей важкий шлях зоряного успіху, пробралася, прокралася в Голлівуд і знялася у п'ятому елементі. А ще зв'язки проти смарт-технологій, гаджетів і смартфонів. І все це ровно через час. Місяць хорошої музики на М1. Будьте з нами.